круговыми нежными движениями, если быть уж точным. Да, нежными, через грохоточку. Мы просеиваем и корочку. То есть, что значит сорвать икру? Сначала надо провести механический процесс обработки икры, прежде чем ее засолить. Что ее надо отделить. А потом на бутерброд. Пленочки. А потом уже на бутерброд. Ну, это уже конечная стадия. Можно? Простите. Вкусно.